В магаданских школах прошел День памяти неизвестного солдата. Этот праздник учрежден совсем недавно и отмечается в канун 80-й годовщины начала контрнаступательной операции под Москвой в 1941 году. Ошибешься, глуп, тогда ты не хитер, коль нарвешься, то какой же ты сапер, чуткость пальцев. Мне терпенье не занять, словно в танце, смерть позволь тебя обнять. Сегодняшняя наша беседа со старшеклассниками, она посвящена Дню неизвестного солдата. «Подвиг твой бессмертен, имя твое неизвестно», гласит вот, известное высказывание. Но несмотря на то, что многие солдаты полегли, будучи безвестными на полях сражений, подвиг их действительно бессмертен, и мы должны на лучших образцах героизма воспитывать нашу молодежь. Магаданским школьникам было показано оружие, каким пользовались солдаты во время боевых действий. Школьники могли не только увидеть оружие, но и узнать все особенности и минусы конкретных моделей. Немецкий карабин Маузера. По виду не сильно он отличается от нашей конструкции, тоже имеет скользящий затвор, также самое имеет магазин, магазин, куда закладываются 5 патронов. Именно это оружие в Германии считалось одно из самых рентабельных, востребованных и качественных оружий. Также беседу со школьниками провел капитан второго ранга запаса Алексей Попов, который поделился с ними историей начала своей службы. Она начиналась в танковых войсках в должности старший механик-водитель, а заканчивал службу в пограничных войсках в звании капитана второго ранга. Откуда он появился, откуда корни идут этого праздника? И вообще, как страна наша во время той же Великой Отечественной войны вставала, поднималась в едином порыве на защиту своей родины? Как говорится, в нашей стране не бывает беженцев. Когда случаются тяжелые времена, наш народ не бежит куда-то спасаться, наш народ идет в военкомат.